Прошло очередное заседание Совета по этике. На нем было рассмотрено 9 вопросов. 3 из них дисциплинарные дела, 6 профилактического характера. По итогам рассмотрения в госорганы были направлены рекомендации по недопущению нарушения закона о государственной службе и норм этики. Заседание началось с рассмотрения дисциплинарных дел, так как им Бустандыкского сельского округа Касталовского района управлял транспортным средством в нетрезвом виде, за что был лишен свободы на 15 суток. Кроме того, его лишили водительских прав на 7 лет. Членами совета принято решение о вынесении госслужащему строгого выговора за нарушение норм этики. Заместитель акима Таскалинского района разместил на своем сайте видео своего несовершеннолетнего сына, разъезжающего на автомобиле. Случай получил большой резонанс и негативно отразился на имидже госслужащих. Стражи порядка со своей стороны зарегистрировали данное правонарушение и привлекли виновного к ответственности. К должностному лицу также применено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения. Акима Сайхинского сельского округа Бакиординского района привлекли к ответственности за выброс мусора в общественном месте. В данном случае совет ограничился предупреждением. Кроме того, были представлены результаты проведенного анализа в территориальных подразделениях госорганов за первый квартал текущего года. По правилам дисциплинарного взыскания, в случае объявления предупреждения государственному служащему за второй проступок уже применяется предупреждение о неполном служебном соответствии или понижении в должности. Однако эта норма не соблюдена в отношении акима Сыроойского сельского округа Сырымского района. Кроме того, в госорганах дисциплинарная комиссия состоит из председателей и членов. В Уральске же руководитель службы управления персоналом аппарата акима города был назначен заместителем председателя комиссии. В рамках анализа отменены дисциплинарные взыскания, примененные к 4 госслужащим без соблюдения требований закона. Их права восстановлены. Также проведен мониторинг соблюдения требований по предоставлению трудовых отпусков и оплате командировочных расходов. 3 государственным служащим, которые безосновательно не получили средства, выплатили 236 тысяч тенге. Всего с начала года состоялось 3 заседания Совета по этике. Дисциплинарные дела стали рассматриваться реже. Мы рассмотрели 3 дисциплинарных дела. 2 из них выявлены в результате мониторинга ведомства. По итогам прошлого года рассмотрены 7 дисциплинарных дел в отношении государственных служащих. По сравнению с прошлым годом наблюдается снижение. Мы проводим большую работу по профилактике. На заседании были приняты решения о применении дисциплинарных взысканий по рассмотренным делам. Екатерина Шмидт, Рустам Ищанов, Саид Самигула, Акжаик, Акпарат.